Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября были именинниками. Двойняшкам Гарри и Лизе исполнилось 7 лет. С самого утра ребята принимали поздравления и подарки. Всех цветов, что только есть на свете, нам хочется вручить тебе букет. Ты лучший из миллионов женщин. А также радовали маму с папой своей непосредственной реакцией на сюрпризы. Моднице Лизе подарили белое платье-футболку. Девочка поспешила примерить наряд и сразу же вышла к родным, чтобы похвастаться. Когда она появилась перед папой, он не смог сдержать восхищение от красоты. О-о-о! Чудесно. Ну вот вечерненькое платьице, которое я сейчас надела. Я сначала думала, что это майка, а это платье, стала объяснять девочка. Чудесно, с восторгом заметил отец. Девочка примерила обновку с белыми носочками и сандаликами. Получился праздничный образ, модный и очень современный. Это он говорит на языке иностранном. Шеф-повар иностранный. О, давай, дай сам. Пожалуйста. Пожалуйста. По-моему, хватит колбасы, нет? Галя. Звезда Мишелин.